Ну, а я сейчас с удовольствием предоставляю слово еще одному специалисту, руководителю центра «Благосфера», которая периодически говорит, никакой мы не ресурсный центр, но в моем понимании это прям ресурсный центр, со всей силы ресурсный центр, потому что эта организация как раз предоставляет огромное поле возможностей для некоммерческих организаций, и мне кажется, что нам, как ресурсным центрам многофункциональным, очень важно быть знакомыми с тем, что делает «Благосфера», а не просто приезжать туда не на великолепные события, которые она там, которые они проводят. Они главные спецы, на мой взгляд, главные профессионалы. Вот вы не видите, я вижу, Наташа мотает головой, что нет. А я считаю, что да, что те события, которые проходят в «Благосфере», всегда проходят на высочайшем уровне, но они умеют не только это. И поэтому я с огромным удовольствием предоставляю сейчас слово директору центра «Благосфера» Наталье Каминарской. Наташа, пожалуйста. Спасибо, Марина. Добрый день, дорогие коллеги. Я уже не буду мотать головой, что я не ресурсный центр. Наверное, значит, я уже даже начну с этим соглашаться, потому что, ну, наверное, так, собственно, правильно и хорошо. И приятно всегда рассказать, даже когда уже кажется, что, правда, люди друг про друга знают все, всегда что-нибудь найдется то, чего не знаешь. И поэтому я сейчас расскажу о «Благосфере» именно о том, что она делает для и вместе с некоммерческими организациями. Буду рада, конечно же, ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Ну и прямо уже тоже сразу вслед за Мариной скажу, пожалуйста, всегда рады видеть в «Благосфере». Ну, для тех, кто вдруг случайно еще нас не знает, что центр «Благосфера» — это такая общественная площадка, такой общественный центр, который открылся в Москве 6 лет назад, и мы позиционируем себя прежде всего как такая точка входа для горожан в проекты, которые связаны с благотворительностью, в более широком смысле с некой такой персональной социальной ответственностью, в широком смысле самые разные социальные проекты, и главная наша задача, чтобы приходящие к нам горожане находили себя в нашем пространстве, находили друзей, коллег, партнеров и, в общем-то, реализовывались, находили какое-то что-то, новые смыслы и новые применения себя в этой непростой жизни. Что, значит, хочу сказать, что если в целом посмотреть, то можно сказать, что у нас основные направления деятельности, они связаны, конечно, с этой вот цепочкой проведения горожан через знакомство с некоммерческим сектором, поэтому занимаемся продвижением идеи благотворительности и социальной активности, вовлечением в эту социальную активность самых разных заинтересованных сторон. Ну и, конечно, мы не могли бы это делать одни, это даже, в общем, наверное, никак вообще не обсуждается, потому что огромный, прекрасный, богатый некоммерческий сектор, который все эти годы ровно этими вопросами занимается, конечно, это все наши коллеги и партнеры, поэтому мы со своей стороны вот здесь действительно считаем, что выступаем неким ресурсным центром поддержки для некоммерческих организаций. Ну и сверх того, конечно, мы вместе с коллегами участвуем в том, чтобы создавать условия для дальнейшего развития вот этой социальной активности в стране в нашем целом. Но если посмотреть вот и сравнить себя с классическим ресурсным центром, наверное, вот здесь есть некоторые отличия, потому что мы вот работаем прямо с таким очень-очень широким кругом разных заинтересованных сторон и разных аудиторий, и с горожанами, и с образовательными учреждениями, и с некоммерческими организациями, городскими сообществами, и с бизнесом, и с органами власти, и, конечно, со средствами массовой информации, журналистами. И для каждой из этих целевых аудиторий у нас есть свой пакет предложений, партнерств, идей, поддержки, сотрудничества, всего того, что мы можем предложить. Но я буду сегодня, конечно, говорить о некоммерческих организациях, о вас и о нас, дорогие коллеги. Но просто еще минутка, наверное, важная. Мы тут подводили всяческие итоги, готовя годовой отчет очередной. Вот посчитали, что фактически за 6 лет работы «Благосфера» на нашей площадке почти 100 тысяч человек приняло участие в самых разных событиях, которые отнюдь не только мы, а мы вместе с вами и вы проводили. Примерно в год проходит около 500 событий на площадке, и у нас даже есть уже такой прямо пул партнеров из некоммерческого сектора, которые прямо регулярно приходят и проводят у нас свои события, и это для нас очень приятно. И если изначально «Благосфера» создавалась, ну, в какой-то мере как такая московская площадка, то благодаря, здесь надо сказать, благодаря пандемии, мы очень сильно расширили свою географию, и благодаря онлайну мы фактически считаем, что мы не только московская и не
только московская площадка, но работаем и поддерживаем всех тех, кто нуждается в этом и с кем мы, кому мы можем помочь чем-то на просторах нашей прекрасной страны. И у нас, как бы так как одна из наших основных возможностей направления – это медиакомпетенции, поэтому мы сами тратим много усилий с продвижением идей, с информированием о нашей деятельности, о деятельности вас, уважаемые коллеги, о развитии некоммерческого сектора. И мне кажется, мы вполне добились впечатляющих в этом смысле успехов с охватами и в новых медиа, и в публикациях средств массовой информации. Но нам приятно отметить, что у нас есть и постоянные партнеры не только среди некоммерческих организаций, в том числе, например, среди вузов. И есть прямо специально разработанная линейка собственных форматов вовлечения горожан в благотворительность. Мы постоянно их продуцируем, и прежде чем предложить вам, тестим на себе, как на кошечках, с тем, чтобы убедиться, что это правда работает, можно взять на вооружение. Здесь мы, конечно, с удовольствием, с готовностью всем этим с вами делимся. Ну, собственно, а теперь, конечно, чуть более подробнее о том, что мы предлагаем и что мы вместе с некоммерческими организациями делаем в благосфере. Ну, я уже как-то коротко обмолвилась, что одна из основных спецификаций того, что мы сами умеем и помогаем, и поддерживаем, это компетенции в сфере медиа. Поэтому мы себя так прямо называем, что мы центр компетенций в сфере медиа. И за все эти годы, прямо буквально с первых дней существования благосферы, мы проводим самые разные мастер-классы, воркшопы, события, которые направлены на прокачку навыков в сфере медиа для некоммерческих организаций, и которые организации, и, конечно, инициативные группы, здесь никакой разницы для нас нет, для того, чтобы вы, уважаемые коллеги, могли попользоваться всем тем опытом и теми знаниями, которые присутствуют в Москве, ну а сейчас, собственно, и на просторах нашей страны. И старейший, наверное, проект «Благосфера» — это медиа-партнерский проект с агентством социальной информации, медиа-клуб «Оси Благосфера». Он появился еще до того, как у нас даже появилось здание «Благосфера». Мы проводили его в разных местах, ну и как только заселились на нашу прекрасную фабрику кухни, конечно, два раза в месяц он проходит на нашей площадке. Для того, чтобы некоммерческие организации знали точно, могли использовать все возможности средств массовой информации, мы проводим такой специальный формат, как встреча с редакциями. Мы приглашаем не одного какого-то журналиста или не одного главного редактора, а прямо представителей разных направлений из редакции, для того, чтобы они рассказали, как НКО конкретно работает с таким изданием. У нас были и Первый канал, и газета «Метро», и многие другие, даже «Глянец» был, приходил и рассказывал, как НКО, что... Сейчас уже как бы кажется, что это так нормально, все знают, как это делать. Нет, все равно, как только мы выбираем конкретное издание, нужно к нему пристраиваться, нужно понимать его специфику, нужно увидеть человека, который на той стороне примет ваш пресс-релиз или ваш звонок и будет оценивать, посылать ли журналисты и вообще работать с вами на эту тему. Поэтому мы такие встречи с редакциями проводим. Но вообще в целом семинары, которые мы делаем, обучающие программы, они проходят уже не только на площадке «Благосферы», мы также стараемся это делать и на других территориях, и не только в Москве, но и у вас в том числе, а специально для того, чтобы не привязываться к Москве, сделали даже мобильные курсы, которые, у нас их сейчас два, один обучение подкастингу и один обучение ивентингу, это прямо в мобильном телефоне, на платформе в Телеграме, не отрываясь от основного труда, в течение недели можно заниматься и, по крайней мере, базовые знания и в одном, и во втором вопросе получить. Также мы с некой периодичностью, как только находим сами на это средство, проводим конкурсы на обучение и поддержку в отдельных специальных отраслях. Ну, например, у нас был курс по съемке видео для некоммерческих организаций. Безусловно, регулярно это бывает про подкастингу и так далее. Ну и сами мы выпускаем подкасты, которые прямо есть у нас несколько серий, которые нацелены прямо на некоммерческие организации, рассказывающие, как, что конкретно можно делать. Но и по результатам большого числа наших проектов у нас появляются самые разные, ну, я бы сказала так, субпродукты, но вторичные материалы, не просто видео выложен с медиаклуба, это может быть и инфографика, может быть сделан подкаст, для того, чтобы в самых разных форматах донести ту информацию, которую мы здесь собираем и получаем в ходе врезных встреч для всех тех, кто находится на любой территории и может этим воспользоваться в своей работе. Ну и да, разные действительно еще собственные события. Вторая важная такая часть и компонента, которая «Благосфера» представляет как сервис и как поддержку для некоммерческих организаций, это такая помощь в профессиональном развитии, уже не только связанным с сферой коммуникации и медиакомпетенции, но и в других вопросах. И
На нашей площадке проходит большое число самых разных профессиональных конференций. Мы очень рады, когда вы выбираете нас для того, чтобы провести свою межрегиональную конференцию или не обязательно конференцию, рабочую встречу, все, что только может объединить разных представителей некоммерческого сектора с разных территорий. Если нужна что физическая площадка, что онлайн-площадка, мы очень рады оказать всегда поддержку и помощь в проведении подобных событий. Есть у нас также прямо свои собственные серии дискуссий на какие-то профессиональные секторы, темы, волнующие секторы. Ну, например, мы разбирались с такой, у нас была серия Backstage Philanthropy, когда мы в деталях разбирались в каких-то отдельных вопросах или разговаривали о том, как могут развиваться вопросы этики в некоммерческом секторе. И частью, например, это вылилось в серию телемостов, которая сейчас проходит с разными территориями. То есть одна отдельная прямо линейка, она связана с профессиональным развитием и этическими вопросами для некоммерческого сектора. Ну и, конечно, нам очень всегда приятно, когда не чисто некоммерческие события происходят, а такие самые межсекторные встречи, благодаря тому, что благосфера представителями власти очень часто и бизнеса рассматривается как такая нейтральная площадка, которая не навязывает свою собственную какую-то повестку или там не поддерживает кого-то одного. У нас есть такой маленький внутренний на московском рынке приоритет, что мы можем пригласить самых разных игроков из разных сфер с разными точками зрения для того, чтобы обменяться опытом на, в общем, на благо той работы, которую мы с вами, уважаемые коллеги, ведем. Еще одно важное направление тоже с самого первого дня нашей деятельности – это благосфера, безусловно, и создавалась как площадка для проведения самых разных событий некоммерческих организаций и инициативных групп. И поэтому мы и сами являемся действительно такими специалистами, набившими на себе самих шишки о том, как конкретно делать события. И мы рады помочь организовать ваши события у нас наилучшим образом, со всей технической точки зрения, подобрать правильный зал, в котором именно ваш формат будет выигрышно смотреться и будет достигнет в том числе качественных содержательных результатов, что дискуссия не будет ни на что отвлекаться, вам будет комфортно и замечательно работать. Всегда готовы помочь также с онлайн-событием, ну, сделать, и можем предоставить, так как у нас есть часть помещений в благосфере, это специальные помещения, у нас есть медиа-центр. Площадка специально изначально заточена и создана для того, чтобы в ней и проводить медийные события, и вести запись, поэтому можно воспользоваться и такими услугами. И, конечно, у нас есть еще специализированная подкастная, полностью оборудованная для того, чтобы вести запись с 4 человек на профессиональной технике, и мы готовы вам вашу запись отдать, ну или при необходимости даже помочь смонтировать и что-то такое, значит, ее превратить во что-то уже более сложное, чем просто звук. Да, и, конечно, да, у нас есть коворкинг, и, в общем, я очень точно знаю, что прямо сейчас у меня в коворкинге сидят представители некоммерческого сектора из регионов, потому что, ну, просто приехали, и нужно где-то посидеть, вот это благосфера, приходите, здесь интернет, спокойно, мы и всегда вам рады. Марина, ты меня торопишь? Нет, не тороплю пока. Это просто я показываю, что я тут. Ага, замечательно. Значит, следующая вещь, которую я хотела бы упомянуть, что благосфера предоставляет, это такая информационная поддержка. Для всех событий открытых, которые проходят на нашей площадке, у нас есть специально разработанный комплекс анонсирования на наших ресурсах. То есть вы можете рассчитывать, что просто автоматически, проводя у нас события не там чисто для своих сотрудников, да, или там, не знаю, закрутого круга организации, а если вы хотите, чтобы об этом событии знали и присоединялись какие-то еще другие люди, вот у нас есть прямо специальный комплекс анонсирования на сайте, в наших социальных сетях, в наших рассылках. Об этом информация про ваши события в том числе будет размещена. И это просто вот как часть пакета, который мы предоставляем. Ну и мы всегда очень рады, если в наши собственные события можно интегрировать какую-то вашу повестку, ваши анонсы, вашу информацию, которая может быть полезна той аудитории, которая приходит на какие-то наши события. Да? И опять же, с ваших событий мы готовы помочь вам сделать те самые вторичные продукты, качественную запись, помочь найти
кого-то, кто может потом обработать эту информацию с инфографикой или подкастом или чем-то еще, и сами сделать, и найти партнеров, которые вам могут это помочь сделать. Ну и в целом, да, отдельно, прямо отдельное направление такой информационной поддержки – это создание подкастов. У нас есть прямо несколько серий подкастов тематических с отдельными некоммерческими организациями, и мне кажется, это очень здорово, потому что это касается не только ваших подопечных, это касается и всех тех, кого волнуют вопросы, про которые вы поднимаете. Может быть, это не супер огромная аудитория, не сравнить, не знаю, там, с каким-нибудь «Серебряным дождем» или, не знаю, еще кем, да, но это люди, которые ищут такого рода информацию, и это наши с вами потенциальные не только благополучатели, но и сторонники, союзники, поэтому подкасты как такая очень важная и модная сегодня формат донесения информации для широкой аудитории. Вот это то, чего тоже мы умеем делать, и учим, и помогаем производить у нас на территории. Ну, и, конечно, еще важно отметить, что мы не просто готовы предоставить площадку благосферу для проведения вашего события, мы готовы помочь вам, если необходима помощь в придумывании форматов, в правильном оформлении, в правильном структурировании, в неком креативе для того, чтобы ваше событие отличалось от других и форматно, и содержательно, ну и главное, конечно, чтобы вы добились тех целей, которые вы ставите перед собой, события у нас проводя. Здесь мы готовы вам оказать такую самую разную в этом смысле помощь, и спикеров позвать, в том числе и вести события, всегда рада, потому что что-нибудь новое узнаешь и интересное. Ну и, в принципе, обсудить с вами, как вы строите события, какая нужна коммуникационная поддержка, как это лучше сделать. Все это входит такое в сферу того, что мы так для себя внутренне условно называем контент-консалтинг при проведении событий. Ну и последнее, наверное, самое важное, что я хотела бы сказать, что нам очень самим приятно, что за эти годы, как нам кажется, благосфера стала такой точкой сборки, площадкой для сборки некоммерческих организаций самых разных и точка встречи самого сообщества. Ну, почему я так, мне кажется, имею право нагло про это говорить? Потому что на те события, которые вы как раз ориентированы дискретно на сектор, не имеют какой-то особой содержательной повестки, ну, например, не знаю, наши беспечные елки или открытие и закрытие сезона, или какие-то просто посиделки с чаем. Да, мы видим большое количество организаций, и не только московских, к нам приходящие. Мне кажется, что это очень хорошая и правильная вещь, потому что нужно... Нужно иметь место для того, чтобы прийти, где тебя ждут, тебя встречают и без всякой повестки. И это, в общем, благосфера в том числе. И что нам отдельно приятно, и что отметили многие наши партнеры, когда мы в этом году проводили свое собственное стратегическое планирование, отметили, что для многих молодых организаций благосфера является такой точкой входа и знакомства с сектором, они приходят на наши события, поэтому вы тоже можете советовать вашим, например, коллегам, приезжающим в Москву на различные события, в свой календарь, в свой график встреч вносить что-то, что происходит в благосфере, потому что вы точно здесь кого-то интересного, необычного встретите, и какие-то из этого вырастут, мне кажется, могут вырасти полезные знакомства, события, проекты, ну и просто приятные человеческие отношения. Ну вот еще раз такой, значит, вот такой набор самых разных возможностей, который предоставляет благосфера, и, как я сказала, мы всегда рады вам, вы приходите в гости, приходите без повода. Мы очень любим, когда открывается дверь, человек говорит, да, я тут мимо проходил, решил в благосферу зайти. Это наш формат, самый любимый, поэтому он нас не раздражает, он нас только страшно радует. Приходите. В общем, наверное, это все, что я хотела рассказать. Да? Наташ, спасибо огромное. И еще вот сколько времени спорила, что не ресурсный центр. Ну, видишь, Марин, тебе потребовалось 6 лет для того, чтобы меня в этом переубедить. Ну, получилось. Ну, вот видите, хорошо, это радует. Но на самом деле, мне кажется, что опять сейчас многие для себя открыли благосферу немножко с другой стороны. Я, кстати, хочу сказать, что большинство наших событий, в том числе и сегодняшние, делается в партнерстве с благосферой. И то, что вы сейчас так комфортно все смотрите на YouTube, а мы так весело транслируем все из Zoom, это... Мы не умеем делать это. Это неправда, все вы уже умеете давно. Ну, знаете, уметь и мучиться в поту, или поручить это профессионалам и спокойно вот так весело сидеть и разговаривать с умными людьми, вот, это, конечно, разные вещи. Но это как раз вот вопрос про то, что если мы не можем сами, или у нас нет ресурсов, или мы не хотим это делать сами,
то есть те, кто это умеют делать профессионально. И это опять про то, про что говорил Семен, вин-вин сотрудничество, когда мы можем сразу закладывать какие-то ресурсы для того, чтобы заказать эту работу тем, кто является профессионалом. Кстати, я могу сказать, что мы постоянно в партнерстве с Благосферой проводим наши события в Москве, и вот очень многие креативные вещи придумали не мы, хотя вот на нашей конференции, а придумывали как раз специалисты Благосферы, потому что они спецы по придумыванию. Ну ладно, мы вместе придумали, давайте честно скажем. На самом деле это все равно очень важно, потому что это как раз тот ресурс, который нам самим, вот региональным организациям часто не хватает, а уж тем более, если мы хотим проводить события в Москве. Когда вы приходите с интересными задачками, это же тоже очень интересно и очень подстегивает. И это, мне кажется, абсолютный win-win для обеих сторон, поэтому спасибо за творческие задачки. Да-да-да. Вот поэтому ставьте Благосфере творческие задачки. Они любят и умеют их решать. Приходите к ним в гости. И самое главное, отправляйте туда некоммерческие организации, которые приезжают в Москву. Они, правда, могут там поучаствовать в очень многих событиях и очень много чего подчеркнуть. А, возможно, вашим некоммерческим организациям, которые готовят события, те же конференции специализированные по определенной тематике, тоже может быть очень полезно сотрудничество с Благосферой, потому что вот ровно, может быть, в каких-то технических, а может быть, и в содержательных вопросах. Наташа, спасибо огромное. Спасибо. За еще одно знакомство сегодня.